Слава нашему Господу! Сегодня тема моей проповеди – это духовная борьба. И как бы мне первому нужно вспоминать о том, о чем я сегодня хочу говорить. И так вот, смотря на жизнь нашу, каждый человек рождается сюда. Никто бы не хотел, конечно, воевать. Война – это всегда потери, всегда, может быть, какие-то боли. Но человек рождается на эту землю, и волей-неволей ему приходится вступаться в духовную борьбу. Другой вопрос – на какой стороне он воюет? И я знаю, нам не секрет, что мы рождены свыше, нам Бог открылся. И мы должны воевать на стороне нашего Бога. И Бог сказал нам, что нам надо воевать против сатаны, против его духов, против злобы поднебесной. Нам Писание учит нас войне. И хотим ли мы, не хотим, волей-неволей мы должны воевать. Другой вопрос, знаете, воюем ли мы? Умеем ли мы побеждать? Об этом бы я хотел сегодня немножко нам напомнить. И Писание нас называет учениками. Ученики – это те люди, которые учатся. И я тоже учусь, и мы все учимся. И нам дано Священное Писание, чтобы научиться воевать и побеждать. Очень важно, знаете, для учащегося. Библия иногда пишет про некоторых людей, вечно учащихся, не способные постигнуть истину. То есть эти люди, которые готовятся к войне, они как бы стараются выучиться военному делу, но выходя на войну, они никакой пользы от них нет. К сожалению, это можно видеть среди нас, что многие из нас не приносят никакой пользы, никакой, как бы сказать, духовной войны не побеждают. И для этого я хотел бы немножко просто поговорить и взять один пример, который нам будет более понятен, как побеждать. Были у нас, Библия полна примеров, которые нас учат, как люди побеждали в свое время. Мне очень нравится, вот я вырастаю, мне очень нравились поединки. Я помню, был такой поэт, много поэтов, Пушкин и всякие люди, писали очень интересные поединки, и я заучивал их даже наизусть. И мне очень нравилось, когда там, допустим, в Мцыри, помните, такая поэма была, и там человек боролся с леопардом, и человек победил леопарда просто большим сучком, он ему расшиб лоб и победил. И это все в стихотворной форме, и мне очень нравилось, ну, наизусть заучивать и вспоминать эти моменты, она как-то интересна. И мы, я знаю, мы люди, мы любим смотреть поединки, мы любим смотреть на всякие такие интересные вещи. Это в нашем внутри, так мы созданы. Поэтому я хотел бы разобрать, уже нам известное, очень много раз говорим об этом поединке между Давидом и филистимским вот этим великим великаном. И просто внимательно прочитать, может быть, мы что-то из этого возьмем. Давайте вспомним тот момент. Написано в 17 главе 1 Царств. Филистимляне собрались войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и разложились станом между Сакхором и Азеком Ефес-Дамини. А Саул и Израиль собрались, расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны. Между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и 5, медный шлем на голове его. Одет он был в чешуящуюся броню. И вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его, и дрека копья его, как
на вою ткачей, и самого копье в 6 сиклей железа. Перед ним шел оруженосец, и стал он и кричал полкам израильским, говоря: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлян ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне, и он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Смотрите, какое интересное место. Главное, эти все люди, они готовились к войне. Эти люди вышли на войну, как филистимляне, так и Израиль. Было такое время, даже там написано, что были времена, когда цари выходили в войну. Они не случайно там оказались. Они специально вышли. Они, может быть, целый год или два готовились для этого. Сражались между друг другом. Там были у них, как бы, готовились, знали, что это будет война. И там были начальники, военные были люди, и они весьма были готовы. И они оба царя вышли, стали друг на друга. И вот когда, как бы, момент, когда надо воевать, выходит такой великий, высокий человек, выше всех на несколько голов. И он очень красивый был, написано, что его одежда была очень такая военная, красивая. У него меч был, щит, там оруженосец, все было в чешуях. Видно, что это... Его вид был, как будто бы он всю жизнь воевал. И когда израильтяне смотрели, у них не было такого даже оружия. Они были с простыми там, очень изделия у них были простые. Не было такого особенного чешуйной как одежды, защищенной как бы. У них было то, что очень мало щитов, очень мало было, скудно. И когда они видели такого высокого, сильного человека, он, видно, ходил так красиво, махал, наверное, этим мечом, и все боялись его. И написано, они весьма ужасались, они просто сильно пугались его. Его вид был очень, очень внушительный. И они, хотя они готовились, хотя они, может, они, многие из них очень быстро могли воевать, много, как бы, сражаться, но, видя его, потому что, слыша его, как бы, такие речи, они не могли, они просто пугались и текали от него. И написано там дальше, что он выходил 40 дней, и он выходил рано утром, и потом выходил вечером. И вот они всегда от него текали, весьма боялись. Никто из этого войска израильского даже себе мысли не мог представить. Один на один, когда представлял, они просто находил ужас. Так иногда бывает и в нашей жизни, дорогие друзья. Мы выходим вот на военную, на борьбу с дьяволом, как бы. У нас какой-то встает великан, какая-то проблема в жизни. Может, какая-то ситуация в жизни, и мы видим, эта ситуация, она нас страшит. Она нам кажется непреодолимой. Эта ситуация кажется нам, что она настолько сильнее нас, что мы не можем ее победить. И мы, знаете, мы ужасаемся, мы боимся, и мы можем просто текать от этой ситуации. Но она всегда будет впереди нас. Эта проблема, которая возникла в нашей жизни, она будет впереди нас. Мы будем смотреть на нее, и нам будет казаться, что мы не способны ее победить. И именно вот так этот народ израильский смотрел на Голиафа. Они, когда смотрели на него, на них находил страх. И не понимали, что они не способны его победить, что при всех их силе, при всех их ловкости, им не хватит силы победить этого великана, потому что в их глазах они смотрели своими глазами, и просто на них находил ужас и страх. И часто, дорогие друзья, я вижу в церквях, вижу в жизнях христиан, у них какая-то проблема идет 10, 20, 30 лет, они бегают от нее. Если тут 40 дней бегали, то иногда христиане очень всю жизнь бегают от какой-то проблемы и не могут ее победить. Это очень жалко. Но тут им повезло. Вы знаете, в этом моменте повезло, пришел человек Давид. Я думал, если бы Давид не пришел, они бы так бы и дальше бегали.
Потому что уже 40 дней бегали, и тут приходит Давид. Смотрите, что происходит. И я просто буду пропускать. Пришел Давид. И Давид услышал. Опять же, тут написано, все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы его царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделаю тому, кто убьет филистимлина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. Услышал Елиав, старший брат Давида, говорил, что он говорил с людьми. И рассердился Елиав и Давид, и сказал, зачем ты пришел и на кого оставил немногих от тех в пустыне? Знаю я высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отворился от него в другую сторону и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. Смотрите, что происходит. Давид, когда увидел этого Голиафа, он знал лично Бога. Давид, он знал, как побеждать леопарда, как волк, там, льва, медведя. Он знал, когда, даже если Бог, он знал лично Бога. Он знал лично Бога, и у него была живая вера, и он умел побеждать. И вот, когда он увидел такого, как сказать, этого филистимлина, Давид понял, что Бог дает ему возможность победить его. И в нем была вера. И что происходит с его братом? Родной брат его, к сожалению, это происходит у нас тоже в церквях, нас очень можно видеть. Заместо того, что иногда мы, люди, выходим на войну, мы христиане, заместо того, чтобы воевать с врагом, с дьяволом, с этими с духами, мы начинаем воевать друг с другом. Очень часто, самое прискорбное, самое жалко мне видеть, когда христиане воюют друг с другом, с другими церквями, с другими братьями, с сестрами, с родными. Заместо того, написано, наша война не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, против властей, против милоправителей тьмы. Заместо того, чтобы воевать с вот этими, как сказать, силами духовными, люди начинают воевать друг с другом. И Павел пишет, что когда вы можете друг друга уничтожить, как бы вы друг друга не уничтожили. Вы знаете, я изучал историю христианства, просто церкви Божией, и всегда, когда было на церковь гонение, на церковь какое-то, знаете, дьявольское наступление, никогда дьявол не мог победить церковь. Но очень часто в церквях оно рушилось внутри. И сам Христос говорит, когда царство восстает само на себя, оно не сможет устоять. И мы, знаете, мы должны очень внимательны не сражаться друг с другом. Мы должны очень быть внимательны, чтобы мы не были как этот брат Давида. Он вместо того, чтобы укрепить Давида, поддержать Давида, напомнить Давиду, сказать, о да, Давид, ты же побеждал льва, ты же побеждал медведя, что тебе этот... А ты более, который злословит Израиля, Бога нашего живого. Давид, в тебя же живая вера. Ты же такой молодец. Он ему говорит наоборот. Он говорит, смотри на свое сердце. Часто мы так, дорогие друзья, мы иногда смотрим друг на друга. Мы скажем, так кто этот человек говорит нам там такие вещи? Мы знаем его. Мы знаем этого человека. И очень часто это большой грех, когда мы друг друга злословим, когда мы друг друга поносим, когда мы друг друга унижаем. И мы... как бы стоим на стороне врага, это только ему и надо. Мы вместо того, чтобы побеждать дьявола, вместо того, чтобы наступать, отвоевывать то, что наше, мы просто в страхе и начинаем выбирать какого-то слабого сестру, какого-то брата, его унижать, поносить.
и всячески притеснять, и может даже изгонять из церкви. Бывают случаи, когда изгоняют из церкви и говорят: о, это Бог нам сказал. Вы знаете, мне очень жалко таких людей, которые гоняются за другими людьми, которые поносят друг друга, которые унижают друг друга и истребляют друг друга. Да не будет это с нами. Но смотрите, Давид молодец. Он просто уклонился от него и сказал: да не слова ли это? И смотрите, как Давид, интересно, он заместо не направил свои мысли, как бороться с этим великаном, как его побеждать. Он начал узнавать, а что будет тому, кто победит? И вы знаете, ему начали говорить и раз, и два, и он начал слушать, ему начало нравиться: о, жену хорошую дадут, буду родственником царя, таксы не буду платить никогда. И он, знаете, начинал у одного спрашивать, а что дадут за это ему, у другого, что дадут, кто победит. Ему было интересовало, он думал больше о том, о награде. И мы, дорогие друзья, когда мы идем на войну, мы должны больше думать о награде. Что нам будет, когда мы будем побеждать, когда мы научимся побеждать. Написано нам: на небесах будут большие, это награда нам. Мы должны о награде думать, а не о том, как побеждать и как там воевать. Это дело Божье, это война Бога. Мы должны, вы знаете, я так смотрю, христиане, они такие интересные люди. Вот если заговорила маленькая проблемка, там голова, температура, вот давайте помолимся, Бог исцелит. И Бог исцеляет, и человек: о, видите, наш Бог такой добрый, он такой хороший, он исцелил нашу головную боль. Но когда большая проблема, вы знаете, там рак, или еще какое-то там страшное что-то произошло, какая-то авария, человек молится, и уже у него нет веры. Для него это какая-то большая проблема. Но у Бога нет больших или маленьких проблем. У Бога нет проблема рак или головная боль, или простуда, или еще какое-то там увечье. У Бога нет, у Него нет таких проблем. Он может все. И вы знаете, я верю, что я говорю людям, которые побеждали, которые часто видели чудеса Божьи, которые когда-то, я думаю, на этом месте хоть один всегда будем вспоминать, что да, Бог живой, Он мне помог, Он совершил чудо в моей жизни. И Богу не важно, насколько оно маленькое и насколько оно большое. Это мы, люди, так поставили такие рамки и подумали: вот это вот, о, это Бог может помочь, а это сильно большое. У Бога этого нет. И Давид это знал, насколько там высокий тот Голиаф, насколько он там сильный. Главное, давайте внимательно посмотрим образ Голиафа. Я хотел бы остановиться на том, что он просто имел вид. Он имел вид. До этого они не слышали этого Голиафа. До этого они не видели, чтобы он кого-то убил. Лично тут не написано, что Голиаф кого-то там побил, кого-то убил. Я вот думаю, смотрите, я, допустим, в этом полчище израилевым смотрю на этого Голиафа. Интересно бы посмотреть, как он кого-то убил. Тогда я понимаю, может быть, страх напал, что он очень резко мечом ударил или очень сильно разрубил человека там на две части. И да, тогда страх. Но смотрите, он никого не тронул, он никого не победил, он просто был вид большой у него. И потом, когда оказалось, когда Давид поразил его, оказался этот даже здоровенный мужик, даже камешек не мог выдержать удара. У него был большой вид. Вы знаете, я тоже так в жизни был, спортом занимался. Там борьба у меня, мастер спорта, брат по борьбе, другой мастер спорта по боксу. Я видел всяких больших людей, я никогда больших не боялся. У них рост большой, но они медлительные. Если он сильно высокий, у него пока этот рукой своей размахнется, маленький человек уже 5 раз может того большого ударить. И просто меня удивляет, что эти люди так испугались этого большого. Большой всегда, ему тяжелее ходить, ему тяжелее все поднимать свое тело, ему тяжелее двигаться. А маленький человек, он более шустренький. И тут написано, Давид, он был невысокого роста, он был молодой юноша, но он был резкий. И поэтому было... И смотрите, что дальше Давид делает. Давайте просто посмотрим. И когда он приходит к Саулу, Давид... Саул сразу ему то же самое говорит. Саул ему говорит:
сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Смотрите, опять же Саул, он стоит на стороне врага. Он Давиду опять пытается, как бы: ты что, что ты себе думаешь? Что ты сюда, ты же юноша, посмотри на себя. Но Давид сказал ему: раб твой пас овец у отца твоего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. И если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умышлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносить воинство Бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный? Сказал Давид: Господь, который избавляет меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою. И тогда, смотрите, что он делает. Одел Саул Давида в свои одежды и возложил на его голову медный шлем, надел на него броню и опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя и взял посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушью сумку, которая была с ним, сумкою с пращою в руке своей, и выступил против филистимлянина. Смотрите, что опять. Саул, он дает ему свое оружие. Очень часто, знаете, у нас в жизни, когда мы приходим к человеку, какому-то уважаемому, который, может быть, Саул кого-то победил, Саул был во главе начальник, и он дает свою одежду, свое как бы оружие, но Давид не может этим оружием. Мы часто, знаете, в христианстве слышим там и знания бесов всякие, там и знания всякие, там Иисус, Иисус, говорят много слов, там те пишут целых много книг, люди как воевать, как то побеждать. И мы часто берем ихнее оружие, выходим, говорим ихние слова, но оно не работает. Хотя, может быть, потом, когда мы возрастем духовно, когда мы научимся больше воевать, может быть, это и будет помогать. Но для начала нужно пробовать то, чем ты умеешь воевать. Вы знаете, он умел воевать, просто брал камешек и мотал этой штучкой, и попадал метко. Я уверен, если бы Саулу дать эту пращу, этот камешек, он бы не смог никуда попасть. Саул не мог таким воевать. Но у Давида было свое оружие. И у нас у каждого, дорогие друзья, у нас у каждого есть свой способ. Бог дал каждому особое оружие. Одному это молитва, другому пост, третьему Бог дал, может, он может петь, воспевать Господа. И у каждого свое. Может быть, знаете, Давид потом, когда уже начал воевать, он уже брал этот меч, брал тот щит, уже воевал этими сауловскими оружием. Но для начала я советую, знаете, каждому из нас брать то, что у нас есть, то, что мы умеем, то, что мы умеем, как мы уже раньше побеждали этого дьявола. И мы этим должны выступать и этим побеждать. Не брать чужие вещи, а брать то, что у нас есть. И Давид, он попробовал, но отказался и взял свое. Но смотрите, он пошел к ручью и взял 5 камешек. Я так, смотрите, ну, считается, что это ручей, это как Слово Божие называется живым ручьем. Слово Божие. И оттуда можно брать камешки. И вы знаете, вот Давид очень правильно сделал, он взял этих 5 камешек гладких. И мы, когда идем на войну, Бог дал нам Слово Божие. И я советую каждому взять 5 таких, вот есть какая-то проблема, какая-то война, взять с Писания 5 важных камешек, 5 вещей, которые ты можешь побеждать дьявола. Я вспоминаю, когда Христос был там на горе, и он постился, к нему пришел сатана, и сатана начал ему говорить слова Писания. Но наш Христос, он взял эти камешки тоже и отвечал сатане, написано так же. И он говорил ему Словом Божиим.
Он воевал именно Словом Божьим. И у нас, дорогие друзья, наша борьба с Словом Божьим. Мы должны выбирать эти камешки и идти на войну. И мы дальше видим, что Давид, он поразил этого филистимлина этим камешком. И потом он взял меч филистимлина и отрубил ему голову. Слава нашему Господу! Произошла такая великая победа. Самый первый камешек поразил этого. Он не убил его, заметьте, он просто потерял сознание. Я так смотрю, тот здоровый, такой высокий мужик, слабоватый был. Какой-то камешек его просто выключил. Вы знаете, у меня в жизни тоже камешками иногда бывало. И там в боксе, когда там бьешься, там такой удар, там не камешек. Там такая кувалда тебе по голове бьет. И я не терял сознание. А тут такой здоровенный мужик, какой-то камешек, и потерял сознание. Да, вид у него большой. Знаете, когда всегда про дьявола пишется, написано, он имеет вид. Вид ангела там, света. Он имеет вид льва. Входит как рыкающий лев. И тут он был как великий такой сильный воин. Но оказалось, он никакой не сильный, не великий, просто выглядел красиво. Просто его выгляд был такой ужасающий. На самом деле был слабак. Какой-то камешек выключил его просто, потерял человек сознание. Вот такое было. И мы иногда, знаете, когда воюем, мы всегда, о, вид такой воинственный, такой сильный, дьявол такой страшный. Но Бог говорит, это имеет вид. На самом деле наше оружие, то, что нам Бог дал, оно намного сильнее этого дьявола. То, что нам Бог дал, оно нам может помогать, и мы можем побеждать. И в заключение я просто хотел уже в Новом Завете несколько фраз оставить для каждого из нас. Апостол Павел Коринфянам, 2 глава, пишет такое в 10 стишке. Такое место. 10 стих с 3. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие... Воинствование нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление и послушание Богу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Вот смотрите, дорогие друзья, очень важно понимать, что наша война, она не против людей, она против вот этих духов. И когда мы всегда смотрим на нашу жизнь, мы не должны обращать на человека внимание. Почему? Потому что человек, он слабый человек. Человек может быть заблуждаться, он может говорить что-то на нас, он может что-то думать на нас. Но мы должны правильно подходить, мы должны снисходить к этому человеку, мы должны с любовью подходить к человеку. Написано, мы должны, во-первых, послушание Богу иметь. Когда мы послушны Богу, Он тогда дает нам Слово Божие, которое мы можем приобрести этого человека к послушанию Божьему. Видите, тут Павел так и пишет, что вот когда мы послушны Богу, то Бог нам дает возможность того врага, который восстает против нас, будь то человек, будь то какая-то проблема. Мы, когда послушны Богу, мы тогда послушанием Богу, Бог дает нам возможность и понимать, как побеждать в этом мире, будь то человек, будь то какое-то обстоятельство. Через послушание Богу, истине, исполняется все это. Давид был послушный Богу, он понимал, что если какая-то проблема, значит, Бог дает ему возможность побеждать. И если мы не научимся побеждать, мы будем побеждены. Если мы не научимся наступать, мы будем просто всегда отступать. Как это делал народ израильский, он весьма убегал от этого Голиафа. Они отступали, они боялись, имея всю возможность. Бог сказал им воевать против этих филистимлян. Бог сказал им их уничтожать их. Но вы знаете, у страха всегда большие глаза. Еще хотел бы напомнить, помните, когда соглядатаев послали, народ израильский, соглядатаи пришли и сказали, что у Иерихона стены,
они до небес. Но вы знаете, по историческим фактам, стены всего были где-то в 9-8 этажей. Не до небес. Может быть, они когда пришли к этому Иерихону, была облачность, знаете, туман, и они не видели, что эти стены не до небес. И им показалось в их глазах, что стены там, нет им пределов. И когда они рассказали израильтянам, о, до небес, все, о, какие стены, все испугались. Но это было не так. Потом они сказали, помните, что мы там такие высокие люди, что мы в их глазах, как саранча. Представьте, им показалось, что такие великие великаны, что они как саранча маленькие в их, пред ними. Но это же было неправда опять. Страх, дьявол всегда такого, как сказать, картину создает, что как будто это вообще что-то сверхъестественное. Я лично не верю, что были такие высокие люди, что израильтяне были перед ними как саранча. Это опять же неправда. И дьявол, он всегда так, такие картины нам рисует. И он сегодня один и тот же, он также картины рисует нам. Если у тебя какая-то нищета, у тебя проблема с деньгами, он такой, о, так ты никогда не выйдешь из этого. Ты настолько несчастный, непомощный, что тебе невозможно из этой ситуации выйти. Или у тебя какая-то вражда где-то, или какая-то неприязнь. Он, дьявол, такие картины рисует, что говорит, что никогда ты этого не победишь. Это невозможно, настолько это большая преграда. Но я вам скажу, что Господь дал нам силу, дал нам власть. И я верю Богу, что Он будет нас учить, что Он научит нас побеждать. И мы, придя на небо, просто будем радоваться и получать то, что получал Давид за свои победы. Слава нашему Богу! Помолимся Ему. Аллилуйя тебе! Благодарим Тебя, Господь, за слово истины Твое, за Твои наставления, Господь, за то, что Ты дал нам власть и силу наступать на всякую силу вражью, что Ты дал нам власть побеждать, Господь. И мы уже много раз в жизни видели, как Ты побеждал, Господь, перед нашими глазами. Мы живые свидетели того, что в нашей жизни Ты помогал не один раз побеждать нам всякие проблемы, всякие неустройства. И мы всегда выходили победителями, Господь, потому что мы воевали именем Твоим. Мы не воевали самим собой. Мы воевали, Господь, Твоим святым именем, которое Ты даровал нам. Научи нам дальше, Господи, также побеждать, Господь. Побеждать этого дьявола, побеждать этих духов, злобы поднебесной, которые постоянно действуют в этом мире. Помоги и научи нас, Господь, этому военному делу, чтобы мы не просто были ученики, ничему не способны, но чтобы мы умели и побеждали, и прославлялось имя Твое, Господь. Не наше имя, Господь, но Твое да прославится, как и Давид, Господь, прославлял Твое святое имя, когда он побеждал. Мы также хотим в этой жизни выходить победителями во всех наших делах, которые Ты нам дал делать, Господь. И я знаю, Господь, в этом месте могут быть люди, у которых сегодня очень большие проблемы в какой-то ситуации. Боже, да будет Духом Святым, Господь. Сегодня коснется ихнего сердца, и вера ихняя возрастет, Господь, что Ты дал им все необходимое, чтобы побеждать. Насколько бы страшный враг не был, насколько бы он не показывал такую картину страха, как бы он ни говорил, что бы ни говорилось, что бы ни показывалось нашим глазам, да будет наша вера, Господь, Тебя. У Тебя нет больших или маленьких проблем. У Тебя нет, Господь, этого. Ты сильнее всего, что могло предстать пред нами в глазах. Ты, Господь, намного сильнее. Ты дал нам все необходимое, чтобы веровать в Тебя и быть победителями, но не побежденными, Господь. Да будет наша церковь, наша местность прославляема Твоим святым именем. Да будем мы приобретать, Господь, других людей для спасения. Не дай нам, Боже, воевать друг против друга. Господь, остановляй нас, когда дьявол обманывает нас. Помоги нам, Иисус, вести войну не друг против друга, но вести войну с лукавым и с теми силами, которые против нас восстают. Боже, слава!
прославляем Тебя за этот день, за это слово. И дальше, Господи, прибудь Духом Святым в этом служении. За все Тебе слава во веки. Аминь.